Так, друзья, мы играем Devil Within. Так. Так. Что-то у нас по 600, да? Это одна граната. Ага. Круто. Круто. Кстати, шприцы у нас три штуки. Целых три штуки. Так, ну что, назад. Нам сейчас нужно будет идти во вторую дверь. Да, именно так. А вот сюда прямо. Ну, я думаю, нам здесь что-то посложнее. Сложнее должны дать. Ну, кстати, опять этот газ, который там был внизу. Его перекрыть надо. Отлично. Теперь, наверное, там тоже перекрылся, но туда возвращаться не хочу. Ну, может, стоит? Ловушки-то есть здесь или чё? Блин, ловушка. Капец. Чё-то я на нём много трачусь. А ты сдохнешь или нет? Блин, а он даже не думал сюда идти другой-то. Так, кстати, с него ничего не упало. Ну, конечно. Чё ж с него упасть-то может? Вон он стоит. Так, вот тут что-то мигает. Так. Давай, иди. Нормально, вот и дробовичок, или что это? А, это пистолет. Ну ладно, тоже круто. И заряд. А тут, кстати, чувака нет почему-то. Хм, странно. Ну ладно. Или кто-то меня замечает, подождите-ка. Двери самозакрывающиеся. Так. Ну, с этого вроде ничего пока нету. О, спичечки. И бутылочка. Так, тут ловушка. А здесь у нас... О, вот это круче, топор. Давай уж. Так, сейчас мы... А! На последнем прям, да? Сколько тут ходов-то разных? Опа, очки. Отлично! Хорошо, что я к ним туда не пошел. Так, что тут у нас? А я смотрю, что-то красное горит. А что это такое подобрал-то? Уже 20 деталей. Но это нормально, я считаю. Так, а что я подобрал-то? Я не пойму, гранат, что ли? Да, я гранату, походу, подобрал. Ну, мне так кажется. Так. Наверх нам вроде не нужно. Так, ну что? А кто-то все равно палит. Видимо, кто-то может успел уйти, я даже не знаю, кто-то замечает. Вроде здесь никого нет, заметьте. Хм. Отлетамбо сделал. Ух ты, еще детальки. Офигеть, как круто, смотрите-ка, а. Так, а на патроны у нас уже здесь нету. Ну, здесь максимум. Так, ну ладно. О! Ну, сейчас используем, чё. А, или шприц подобрали. Хрен знает, чё-то мы там, короче, подобрали. И берем этот.
Так, у нас топорик. Так, а этого не, не будем. Спички будем экономить. Так, ну я надеюсь, я ничего не пропустил, да? А что, нельзя тут обезвредить? Или что с этим делать? Так. Ого. Это тот чувак. Йо, газ пустил. Да все, все, давай, давай быстрее. Че, перекрывать, да? Давай. Достаточно один раз пробел нажать и все. Че, не все, что ли? Ха-ха. Круто, давай быстрее только. Давай. Я все-таки лучше несколько раз для надежности. О! Все походу, да? Да, круто. Вот там детальки я видел. Три детальки. Так, ну что? Не, сжигать не будем. Тут патрончики нам не помешают. Так, ловушек вроде нету. А, и... Я вижу, вон там ловушка. А вот здесь у нас кое-что интересное есть. Контрольная точка. Так, здесь... Ничего, да? Твою дивизию. Валим, валим, валим быстрей. Надо их поджечь. Точно, сейчас. Если за мной полезут, сейчас посмотрим. Не вижу, они лезут, нет? Ха, не лезут. Да, не лезут. Так, все, сейчас, сейчас мы слезаем. Так, а может к ним сзади подкрасться, они услышат? Давай, давай. Пойди ты им уже в башку. Эй, ты! Иди сюда. Сейчас мы тебя сжигать будем. Давай, 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 быстрей. Ах ты, тварь. Давай. Ну ладно. Блин, жалко потратил. И спичку, и патроны. Ну ладно. Будем знать, что надо прям уже в последний момент сжигать их. А, на последнем моменте вообще. В принципе, ребятки, ничего сложного здесь нет, по-моему. ПС, чтобы было. 60. Ну или там по максимуму. Так, решетка. Так, там выход. Давайте мы туда сгоняем, посмотрим, что тут. Там тоже решетка. Так, ну с этим сейчас. Так, а чё... Ага, вот. Отлично. Офигеть, почти 30 деталей. Так. Ну, сюда нам нельзя пройти, да? Так. Ну, я бы вернулся к тому дыму, который был там аж.
Сейчас. Все, давай поднимаем. А, стоп, а мы, подождите, мы же... Ой-ой-ой. Закрывается, смотрите-ка. Ну ладно. Последнюю печать мы еще не забрали, или что там надо, я забыл. Растяжечка. Какая-то новая, заметили? Только что-то нам за нее ничего не дали. А, ладно. Надо быть внимательней. Так. Опа, крысы побежали. Смотрите-ка, а он ползет, так что мы, наверное, поджечь его сможем сейчас. А. Так. Эй-эй-эй-эй! Какого фига? Не, вы это видели? Да ёб! Офигеть, он меня покоцал, конечно. Обидно. Да через текстуры, но это бред. Тут это еще рычит. Ну офигеть. Ползите. Давай, давай, быстрее, чуваки. Так. Сейчас, 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 сейчас ждем, ждем. Так, быстрее, быстрее, давай. Пора. Молодцом. Только тот чувак, не знаю, сгорит. Блин, этот не сгорел, засранец. А, ну и мы его еще тоже подожгем. Супер. Только дали бы что-нибудь с них хотя бы, а то и хотя бы спичек. Да ни хрена же не дают. Так, ну ладно. Так. Ловушки, ловушки. Вроде бы не вижу я ловушек. Так. А, ну можно было, кстати, не сжигать их, просто оббежать вот так вот. Ну, всякие трюки разные бывают, да. Опять этот знак. А вот там вот, ну, какие-то ценности, но мы туда не сможем пройти, да? Так, ну ладно, тогда нам вот сюда. Я думаю, я там ничего не пропустил. Ну, я надеюсь. Так. Угу. Гарпун. Патрончики. Кстати, перезаряжать там ничего не надо. 11. Мы же качнули, по-моему, да, или нет? Теперь максимум 11. А вот печать. Так, ну точно я там ничего не пропустил. Хотя подождите-ка, надо сейчас секундочку назад. Да вроде ничего. Ну, может, что-то пропустил. Ну ладно. А, контрольная точка. Так, а давайте-ка вернемся назад. А, если. Только где ближе, здесь или там? Ты не помню. Вот, реально не помню. Подождите, где-то туман какой-то был, помните? Так, ну здесь закрыто. Может, открыть можно? Ну ладно, пошлите там. Попробуем через тот вход пройти. Я не помню, честно, где ближе. Но стоит, мне кажется, туда сходить. Ну там, где, помните, газ. Газ поначалу был. Да, мне кажется, здесь ближе даже. Или нет? Потому что не ближе. Смотрите-ка, здесь... Слушайте, здесь закрыто. Хм. Может, я упустил свой шанс? Ну-ка, давайте-ка.
Нет, туда нельзя. Он не откроется. Ну, давайте там еще пройдем и. Да, да, значит. Нельзя там, наверное, пройти уже туда. Ну, посмотрим. Давайте сюда. Так, а это что за рычаг? Блин, тут везде закрыто, ё-моё. Да как ж так? Неужели нигде не пройти? Эх. Значит, надо было до этого как-то проходить там. Либо... Так, отсюда мы вышли. Ага, значит... Так, это вентиль. Блин, слушайте, везде все закрыто. Вообще непонятно, как тогда там туда пройти. Газ где был, это самое. Так, ну здесь-то я был. Там тоже вроде все закрыто. Хм. Слушайте, непонятно. Сейчас еще давайте подумаем быстренько. Так. Так, ну давайте сюда еще разочек. Сбегаем, глянем. Вообще, вот честно, мне очень интересно, каким образом туда можно попасть. Ну, смотрите, здесь закрыто, так? Правильно, здесь закрыто. Так. Ладно, нам тогда надо идти к тому чуваку, который ушел. Вот сюда, в эту дверь. Так. Либо попробовать...